Отменили отпуск, мне пандемию. Уехать куда-то мне запретили. То было весной, ранее где-то. Мороз на дворе и снежное небо. Я подумал, смогу жизнь мою изменить. Ведь работник «Газпрома» совсем не пассив. Я в отпуске взял и поднялся с дивана и начал себя проявлять разнопланно. Плющит, плющит, как меня плющит. Тащит, тащит, как меня тащит. Плющит, плющит, такой частный случай. Тащит, тащит, все дальше и дальше. Себя прокачать, у бабули взял палки и начал гулять. Но несколько раз был ДПС остановлен, мой бюджет пострадал, и кайф был обломан. Я подумал, может, спорт на искусство сменить, картины писать, людям радость дарить. Тещин портрет 3 недели писал, свет оборвался, когда ей показал. Плющит, плющит, как меня плющит. Тащит, тащит, как меня тащит. Плющит, плющит, такой частный случай. Тащит, тащит, все дальше и дальше. Однажды я знаю, все станет прекрасно. Пути нам откроются, это же ясно. Смогу покорять любые вершины, не буду страшны нам карантины. Ведь работник «Газпрома» совсем не пассив, и каждый из нас за креатив. Потянутся дни абсолютного счастья, кругом позитив, и ему я подвластен. Плющит, плющит, как меня плющит. Тащит, тащит, как меня тащит. А плющит, плющит, такой частный случай. Тащит, тащит, все дальше и дальше. Плющит, плющит, как меня плющит. Тащит, тащит, как меня тащит. А плющит, плющит, такой частный случай. Тащит,